Привет, с вами я, это Моник в Ютубе. Я буду обозревать обзор на Лего Техник Транспорт на воздушной подушке. Вот. Сначала приступим с коробки от 8 до 14 лет. Артикул 42002. Модель собирается 2 в 1. Механизм этот двигатель и вентилятор. Цена в Казахстане 3500 практически. Дата, которая к нам пришла, вот это. Здесь написано, что опасно от задавления мелких частей. Вот здесь написано. Вот. Все, вот. Вот здесь. Нельзя. То есть, детям. Можно перерабатывать коробку. С другой стороны. Вторая часть, это самолет. Ну, мне не нужен. Я его собирал. Плохой вообще. Плохой. Не собирайте. Просто если купите, то не надо собирать. У нее механизм не работает, и сами колесики не двигаются. Может, у меня только так было. Вот. С этой стороны сама подушка и артикул, и лего-техника. Тут новая деталька. Вот. Открывался он вот так. Давайте вытащим все. Оба. Я в пакетики положу еще один пакетик. Сейчас. Вот здесь были детальки, короче, запасные. Что, сколько их здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, потому что одну я использую, потому что я ее потерял. Вот. Тут наклейки. Их было 12 штук. Это очень... Да, 12 штук. Вот 12 последних. Вот. Это плохо. Сейчас. Ах, пакетик. Вот. Потом здесь Лего Техник, артикул. Немного у меня порвался. Вот, в самом начале показано, что нельзя перемешивать. Если он, какой он должен быть. Дальше он заканчивается в странице. Странице. Ах, реклама. 45-й. И здесь уже пошла рекламка. Что механизмы. Вот. Какие другие наборы. Еще какие-то другие наборы. Детальки какие были. И лего-клуб. Вот. А второй. Уже Винс. Мальчик. Который всегда появляется в лего. Лего-техник. Это вторая. Набор он заканчивается на 39-й странице. Вот. В принципе, я участвовал в этом, но еще не выиграл. Может, и не выиграю вообще. Сам набор вот такой выглядит. Очень хорошо. С наклейками он похож более реалистично. У него только тут плохо то, что только он на колесике работает. То есть мотор и вот это крутящийся. И плохо то, что сиденье. Видите? Когда он крутится, вот эта штучка. Она делает механизм, то есть мотор сам, вот, и вентилятор, как бы он вот так ездит. Вот, сама деталька новая, вот, и здесь, сейчас вам покажу, если смогу, вот здесь имитация двигателя, ускорителя и так далее. Вот, тут плохо то, что всего лишь один колесик, я думаю, потом прикуплюсь еще два колесика. Сейчас запихну их, потому что на этой уже у меня, видите, как грязно стало. Наигрался так. Они еще хорошо сделали, что вот эту часть, когда ты держишь, она не ломается, она очень такая крепкая. Вот. Здесь такие какие-то трубки. Типа, здесь вот такие лестницы использованы были. И такие детальки. Хорошие. Вентилятор. Тут такие на шестеренках все двигается. Как бы еще здесь шестеренка, и здесь шестеренка, и здесь шестеренка, чтобы все крутилось. Вот, мотор сделан там. Как-то вот видите, там два вот этих штуки, короче. Вот, и они так работают. Еще какие-то такие детальки резиненные были. Вот эти. И когда вот так делаешь, ее нельзя отцепить. И вот сюда можно мини-фигурку, типа он сидит, мотор. Вот. Как бы хороший набор.
Наклеек сейчас еще посчитаем. Раз, тут два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять, что ли, наклеек? Не припомню. Стоп, еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Крис, десять или двенадцать. Сейчас посмотрим. Не, двенадцать все-таки. Двенадцать. Вот. В принципе, обзор заканчивается, потому что все же два механизма. Но это, в принципе, неплохо. Как бы. Самолет, я думаю, не стоит показывать, потому что он просто полное дерьмо. Вот, я его, в принципе, собирал. Плохой самолет. Очень плохой. Я уже 6 минут снимаю, так что, в принципе, не надо прощаться. В принципе, хороший набор, можете купить. Мне его подарили на Новый год. Ну, в принципе, можно прощаться, как говорю. В принципе, всем удачи, всем пока.